Shalom. Same Visoki Bog e Christos Blagoslavit vos. Sivona o nas nova yetiemo. Sivona yetiemo eta Halloween. Halloween. Eta sataniski praznik. Nikagda vimojite tato betam e choros. Kak, ten rajdenir. Как сказать, Рождество, Новый год, День Валентина. Вы не можете читать День Хэллоуин в Библии. Эти все праздники, они человеческим праздником. Никогда вы можете это читать в Библии. Когда мы отмечаем этот праздник, Хэллоуин, что мы делаем? Мы преклоняем наш Бог, Израиль Бог, еврейский Бог или нет? Мы соблюдаем Его заповеди или нет? Что мы делаем точно, когда мы этот праздник Хэллоуин отмечаем? Все ответы у нас в Библии. Сейчас мы открываем книга Исход, глава 20, стих 3. Книга Исход, глава 20, стих 3. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Наш Бог сказал, у нас не будет другой Бог пред лицом моим. Потому что у нас только один Бог, только один Отец. Это, например, вы будете сказать свой сын. Никогда сказать, что у вас два папа. Или никогда называть другой человек папа перед моим лицом. Кроме я, у нас или у тебя нет другой папа. Это точно правда. У нас, мы все в мире, в этом мире, в народе. У нас только один отец, только один папа и только один мама. Это то же самое, как наш Бог сказал здесь. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. У нас только один Бог, а только Он мы будем поклонять каждый раз. Только Он. Остальные люди, которые не еврейские люди, у них другой Бог, а их Бог, они все идоли. Сейчас мы читаем об этом. Книга Псалм, глава 96, стих 5. Ибо все боги народов – идоли. Еще раз. Ибо все боги народов – идоли. А Господь небеса сотворил. Наш Бог сотворил небеса. Он сотворил все люди. Что мы увидим или мы не увидим. Все вещи, которые у нас сегодня, Он сотворил. Или тоже человеки. Мы должны отмечать только их праздники, которые Он дал нашим людям в книге Левит, глава 23. Его Шаббат, Его Пасхал, Его Новолуние. И есть еще много праздников, где-то 10 или 11 праздников, которые Он дал наши предники. Но эти все народы есть праздники. Да, для нас может быть иногда красивые, да? Но
когда мы уже в этом, наш Бог истинный, Его заповеди. Эти все, вы будете увидеть, что эти все праздники нечистоты. Эти все праздники вообще нечисты. Поэтому Он заповедал нас никогда отмечать эти все праздники. Их путем нечисты для нашего Бога. Давай сейчас мы открываем книга Еремия, глава 10, стих 1. Книга Еремия, глава 10, стих 1. Слушайте слова, которые Господь говорит вам, дом Израилев. Дом Израилев, не все люди. Дом Израилев. Стих 2. Так говорит Господь, не учитесь путем другие народы. Еще раз, не учитесь путем другие народы. Не делайте, что другие народы, они делают. Делайте, что я сказал вас. Это что Он будет хотеть в будущем, когда мы будем в Царстве Небесном с Ним. Еще раз, так говорит Господь, не учитесь путем язычники или другие народы. Вообще. Дальше. Сейчас мы открываем книга Притчи. Глава 3, стих 31. Книга Притчи в Ветхом Завете. Глава 3, стих 31. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Еще раз. Не завидуй угнетателю и не выбирай ни одного из его путей. Ни одного из его путей не выбирайте. Израиле, не выбирайте его путем вообще. Остальные люди. Эти все праздники или культура у нас сегодня. Мы забрали эти все праздники или культуры, когда они забрали наши люди в рабство. Или когда они забрали наши народы, земли. В Африке, в Израиле. Тогда мы учились их праздники, их культуры, их традиции. Он ненавидит, когда мы отмечаем, что остальные народы сказали нас, или что они делают. Он не их отец. Он только отец для дом Израиля. И все. Это что Он сказал в Библии. Если вы не верите, показывайте, пожалуйста. Покажите мне, где Он сказал, я Бог для всех народы. Я всенародный отец. Пожалуйста, покажите мне это. Никогда Он это сказал вообще в Библии. Только еврейский Бог. Он всегда сказал, я Израиль или еврейский Бог. И все. А что Он заповедал нас? Поэтому, что Он заповедал нам, если мы Его дети, мы должны делать. Это очень легко. Не трудно вообще. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark.
We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.